Всем здорово, ребят. Доброе утро. Еще я не выспался. И решил вам быстренько записать видосик и повалить дальше спать после колды. Долго я опал вчера 50 левел, но я все-таки его еще апнул. Это, конечно, был трэш. Так, поехали посмотрим. Вот так вот подарок на Хэллоуин. Сегодня уже начали на русском сервере давать. Вчера на английском вечером начали давать, сейчас уже и на русском есть вот такие вот плюхи. Скин на ворожея, скин на бугича, но такое, скин на питомцев и нам героев за самоцветы обойдется на 20 дешевле в течение 30 минут. Но опять же там ограничено количество. Плюс сундук Emblem Prime и карты смены чар. Ну, честно скажу, такое, хотелось бы более интересного, что-то интересного, веселого, но, к сожалению, шамаем-утамаем, такие вот плюшки. Так, окей, поехали дальше, посмотрим, что у нас на следующих серваках и какие новые плюхи есть. Так, магическая, понятно, императорская кузница, бонус-бонус, магическая рулетка, ну, магическая рулетка, думаю, все знают, что это такое. Это байт на донат. Вот так вот. Посмотреть купон. 500 третьих. 500 как кулаков и 500 сущностей мастера. Это, по сути, 20 героев практически. Там вроде плюс-минус. Даже больше, наверное. Можно прокачать сразу же на хороший левел. Так, окей. Ну, 10 я имею в виду. Пиратик открылся на русском сервере. Сундук чар 5, ничего себе. Такой вот пират с огником. Сумки огника прям дают. Но не факт, что они там выпадут. Плюс юбилейные сумки. Ну, такое, честно говоря. Такое себе. Набор сокровищ, ничего пока интересного нет. Возможно, завтра будут получше плюхи, но в русском сервере понятно. А вот такие вот, ребятушки, плюшки на русском сервере. Поехали на немецкий сервер. Сразу же глянем на немку. Немка в другое время обновляется, в 11 по МСК, поэтому на немке вчерашние еще акции. Единственное, некоторые, возможно, другие. Так, тут тоже у нас есть такой вот подарок. Он обновился тоже. Так, что у нас тут? Что у нас тут? Светится у нас. Сейчас глянем. Понятно, здесь уже снеговиков ловят полным ходом. Обожание я вам показывал. Обожание здесь, конечно, очень крутое. Так, понятно. Здесь еще что-то дают с 30-го, 10-го. Сундуки. Так, окей. Нету Мэри здесь, зато здесь есть оккультист. И... Так, скиталец. Поехали рынок глянем. Печеньки, печеньки здесь продают полным ходом. Сравниваю с другими серваками. Так, понятно. Поехали на английский сервер. На самое интересное для меня, что же там все-таки нам сегодня нового интересного придумали. Отсюда началась вчера раздача подарок. Видите, то же самое халява. Так, купон спиннер, магическая лаборатория, покепак. Оу, здесь есть настолка. Ну вот так вот. Здесь добавили настолку уже сегодня. И новая настолка, ничего себе. Смотрим, какие там плюхи дают за нее. Что у нас сегодня в настолке? Зефирика целая, хотшот целый, лендвокер. Ну, скиталец 100 осколков за 8 рунки. Кристаллы
десятая, 15 штук за 4. Вольфик за 3. Ну, дальше такое. Что у нас есть? На Афинку скин. Вот такая вот, ребятушки, новая. Всего лишь 100 книг. Награды поменяли. Вот так вот, новая настолка такая. Посмотрим, что будет на русском сервере. Ну, конечно, она там будет, думаю, вряд ли очень скоро. У нас первую там родили 2 раза, по-моему, уже она там была. В то время, когда на всех серверах по раз 10 уже, а то и больше. Так, выращивай призы, таланты, чарующие изменения, дискаунт. Дискаунт есть. Понятно, смотрим, что у нас на дискаунте. Все те же самые плюхи. Здесь дискаунт не поменялся, да. Мешки зефира. Это все задано. Так, окей. Островок, ребятушки. Островок, остановитесь. Второй островок. Ничего на нем не поменяли. Вот так вот. То есть на острове, к сожалению, ничего не поменяли. То есть, соответственно, Мэри можно вытащить. Оттуда за 3,5, ну 3,5 тысячи. Так, пакеты накопления, accumulation, пакет накопления вот такой вот, довольно-таки неплохой пакет накопления. Не, херня, полная херня. Halloween пак пыльца, вот карты смен начали продавать созвездий, 1000 пыльцы. И 50 тысяч самоцветов. Вот такой вот пак. Прикольненький Хэллоуин пак. Стрелок. Вот Анубис, который нам нужен. Такс. Что на самом рынке? Пока ничего такого веселого, интересного не вижу. В общем, такие вот, ребятушки, плюхи. Ничего такого особенного нет. Кроме настолки, конечно же. Так, окей. Странно на английском сервере. Еще раз забегу на русский, гляну. Может, проморгал, но, блин. Новая настолка у нас только есть на английском пока. На русском не видел. Так, и островок тоже на русском я не видел. А, есть все-таки парящий остров, вот он открылся. Да, парящий такой же, мне все то же самое осталось. Так, хорошо. Поехали на Тайвань глянем. Что там у нас на Тайване интересно мы приготовили сегодня. Так, здесь у нас такие акции, ничего. Реалиант за пак со скинами, скины. Ничего такого нету. А так, эта акция понятна. Коллекционер, ну тоже такое. Нифига себе, ну. Вот за землеройку нормальные плюхи дают, кстати, с коллекционера. А, так, а что здесь? Что-то Тайвань очень странный. Да, здесь тоже есть настолка, но здесь ее не тоже поменяли, просто обновление не поменяли. Дуэлянт этот, Афинка, да. А, так, окей. Понятно, это акция единственная. Экземпляры только здесь. Здесь, кстати, парящего острова нету. Странно очень. Очень странно. Так, окей, ну вроде эти все серваки показал. Поехали еще глянем на айосик. Oh.
Так. Айосик то же самое. Понятно. Все понятно. Поехали. Рынок глянем. Чекнем. Рынок тоже такое, если честно говоря, накопление. Не нравится мне особо. Ну, такой же рынок, как и на английском. Поехали. Самое интересное глянем здесь. Коллекционер. Довольно-таки неплохо. Разбиватель яиц. Понятно. Парящий остров тоже есть. Поряжка есть, настолка есть. Вот так вот здесь тоже настолку поменяли. Давайте сразу же ее заберем сейчас. Да, поменяли настолочку. Да, бля, чуть-чуть нам не хватило. Да что такое? Так, да я уже отсюда вытащу вольта себе. Ну, опять эти камни. В общем, так вот, ребятушки, такой вот трешечок. Пишите комменты, ставьте, как обычно, лайки, ждите новых видосиков. Не знаю, что там будет сегодня по плану. Всем удачи, всем пока. Так, бесплаточка на шаманя. Все, побежал я.